Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. Миран почти достиг конца плана мести, который готовил почти всю свою жизнь. Однако он не знает еще, какие сюрпризы его поджидают за дверью. Чем больше времени он проводит в обществе Райан, внучки семьи Шадоглу, которую он ненавидит всей душой, его сердце начинает биться все быстрее. Азиза Асланбей все заметил, и у нее есть свои собственные планы на этот счет. Как Миран выпутается из этой ситуации, когда его разум и сердце запутались в клубок? Азад больше не может терпеть происходящее. Он сделает все, что в его силах, чтобы отговорить Райан от свадьбы. Сам того не осознавая, Азад, готовый на все ради благополучия Райан, станет причиной огромной трагедии. А посмотреть третью серию турецкого сериала «Ветреный» вы сможете уже 29 марта. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!